Всем привет и здравствуйте! Даже не знаю, как назвать этот рецепт. Захотелось чего-то вкусного и необычного. Готовлю. В конце концов, посмотрим, что получится. У меня фарш, девочки, просто не оказалось мяса кусочками. Берите любое мясо или любой фарш. Если у вас есть мясо, режьте его кусочками примерно 1,5 см на 1,5 см. Такими кубиками. Итак, что делаем? Сначала порежу лук. Как всегда, в дело пойдет все, что в доме есть. Остались вот такие вот кусочки зеленого лука. Тоже все пойдет в ход. Режу кубиками. Поставлю лук жарить на растительном масле. Пока жарится лук, я потру морковку на крупной терке. Видите, кто тут пасется у меня, как всегда, под ногами. Кладу морковку к луку и тоже обжариваю. Половинку небольшой капусты порежу соломкой. Это молодая ирландская капуста. Надо срочно спасать. Ну вот, продукты все готовы. Начинаем собирать блюдо. Я добавила сюда фарш и теперь обжарю, пока он не поменяет цвет. Как всегда, у меня проблемы с включением камеры. Господи, когда же буду проверять все. Вот фарш поменял цвет. Хорошо его разбиваю, чтобы не было таких, знаете, больших комочков. Теперь надо посолить, чтобы вам хорошо видно было. Слегка поперчить. Добавить немножко чеснока. Я добавляю совсем чуть-чуть куркумы, просто для цвета. Вот так, немножечко, пол чайной ложки. У меня есть аджика, поэтому я добавляю немножко аджики. Если у вас ее нет, добавляйте те специи, которые вы любите. Очень осторожно с куркумой. Если она попадет на вашу рабочую поверхность, то останутся пятна, поэтому сразу вытирайте. Лаврушку. И теперь выкладываю сюда нарезанную капусту. Последний ингредиент – это промытый рис. Теперь все перемешиваю. Аккуратненько. Вся плита уже забрызгана. Разравниваем поверхность. И заливаю водой, чтобы полностью покрыть все овощи и мясо. Накрываю крышкой, убавляю огонь до ниже среднего, так, чтобы блюдо кипело. И буду готовить, пока рис не станет мягким. Вот и все. Не забудьте попробовать на соль.